Разбор полетов начался прямо в автобусе. Из 175 тысяч кубометров снега дорожники убрали только 33 тысячи. Руководители подрядных организаций жалуются, объем работ и сроки нереальны. Меня абсолютно не интересует, сколько вы единиц техники вывезете, сколько у вас людей будет работать, по какому графику. Это ваш бизнес. Моя задача – проконтролировать качество, чтобы улицы были убраны. Жалуйся, не жалуйся, контракт есть контракт. Впрочем, конструктивные предложения сегодня были услышаны. Конечно, проблемы по уборке есть, да, они глобальные. Вот. Это у нас вот некоторые улицы есть в городе, которые просто в ужасном состоянии из-за припаркованного транспорта. Решать вопрос с припаркованными машинами Юрий Кузин призвал ГИБДД и департамент ЖКХ. На сегодняшний день мне нужна объективная картина, сколько таких единиц транспорта в нашем городе есть, и план мероприятий по ним. В течение какого периода этот вопрос взять на особый контроль, чтобы брошенного транспорта, мешающего уборке города, не было. Эвакуация брошенного транспорта – одно из решений проблемы. Дорожники предложили и менее жесткие по отношению к водителям меры. Установить запрещающие парковку знаки по четным и нечетным дням. Эту идею мэр одобрил. Правда, прежде чем устанавливать указатели, необходимо получить на каждую дорогу паспорт. У нас, к сожалению, в городе пока еще не в полном объеме. Эта работа только начата. Любой паспорт – это определенное средство. Если банально сказать, что средства упираются в деньги, на сегодняшний день бюджет какими средствами располагает. На будущий год, заверили чиновники, денег на уборку снега будет выделяться больше, чтобы зима вновь не наступила неожиданно.